9 января. Впереди стая незнакомых собак забрели на эту территорию. Может быть, драка. Расскажу вам про шапку, которую я ношу. Вы знаете, я оценил ее хорошие возможности полностью. Вот именно в эту погоду. Поговорим только о козырьке. Вот козырек вроде как от света нужен. Ну, грубо говоря, вот сейчас какой там свет в глаза там бьет. Да, особо никакого нет. Но козырек позволяет, вот вы когда идете против ветра, ветер вам бьет прямо в лицо. Слегка так наклоняете, и козырек отсекает этот ветер. Очень удобная фишка оказалась. Невероятно удобно. Я ее заценил по достоинству. Намного комфортнее именно вот такой шапки, как у Люка Скайуокера. Особенно в буран. Просто-напросто наклоните голову, и все. И сразу же вы комфортнее себя чувствуете против ветра. А так ветер в обычной шапке прямо в лицо. Лицо охлаждается. Крайне неприятно. Поэтому рекомендую всегда, чтобы у вас даже на зимней шапке, и не просто даже, а особенно на зимней шапке, у вас был козырек. И вы оцените это все. Ну, естественно, хорошо, когда ушки закрыты. У многих, особенно женщин, которые любят показать прическу, красивую головку. Что происходит в такую погоду? Ветер продувает, и патогенная энергия холода входит в уши. Потом болят не только уши иногда, но и болит голова в целом. А также от этого болит и весь организм. Вот что я вам хотел сейчас рассказать. Вот именно тот случай. Вот так я иду, видите, как снег мне бьет в лицо. И я вот наклонил, и козырек отсекает. Все. Лицо в основном защищено. Пожалуйста, против ветра иду смело и нормально.